командира боевой группы. В данный момент нахожусь в плену. Этот отколовшийся от идионичек, которые хотят сами зарабатывать, просит 300 зелени. Я помогу собрать деньги. Боюсь, не успею его. Не таскай ребенка на свою войну. Ты что, не понимаешь, он еще маленький? Полетишь, настоящий Сталинград увидишь. Ну давай, грузись. Так, 10 минут, да готов. Че, первый раз в Сирии? Взятый под прицел он, умирал, но пел он, обводили мелом люди его тело. Раненый в сердце на вылет, врачи диагностировали перелом крыльев. Его глаза, уставшие от пыли, скрывали темные очки поверх сухожилий. Минуты застыли в морщинах, освобожденный Джанго, Тарантино. Длинные паузы, выстрелы в спину, стрелы святого Валентина. Что это? Здесь только 150. Я не могу так просто уйти. Почему? Потому что русские своих не бросают. Ты кто такой, твою мать? Я должен вытащить их из этого ада. Спасибо, что вернулся за мной. Спасибо, скажешь, когда выберемся отсюда. Уходить надо! Я сказал выполнять! Ты на всю голову чокнутый, Джон. Я знаю, моя жена постоянно мне об этом говорит.